По данным отдела ЗАГС Владинопольской администрации, в апреле в Владинопольском районе родилось 25 малышей, 12 мальчиков и 13 девочек. Зарегистрировано 52 смерти. Среди нас не стало 32 мужчины и 20 женщин. Статистика показывает, что продолжительность жизни женщин значительно выше. Мужчины доживают у нас в среднем до 62 лет, а женщины – до 75. В апреле брачными узами связали себя 9 молодых пар. А вот количество разводов эту цифру превышает. За минувший месяц распалось 15 семей, что на 11 больше уровня аналогичного периода прошлого года. С чем связано такое весеннее обострение и почему столько людей решили разобраться в своих отношениях, можно только догадываться. Новорожденных владинопольцев родители по-прежнему предпочитают называть именами необычными. Например, у нас появился один Филипп, два Кирилла и одна Каролина. Кстати, Каролина у нас в районе, можно сказать, в единственном экземпляре. Раньше владинопольцы девочек так не называли. Радует, что в апреле счастливые родители наконец-то вспомнили имя Ольга. Такое впечатление, что его в последнее время незаслуженно забыли.